Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 10, урок 17. Соедини последовательно точки, соответствующие ответам примеров. Что получилось? Пример номер 1. 96 умножить на 10, разделить на 8. Получается 120. Пример номер 2. 8100 разделить на 10 и разделить на 90. Получаем 9. Пример номер 3. 87 разделить на 3 и умножить на 5. Ответ 145. 72 разделить на 8, умножить на 7 и разделить на 3. Это пример номер 4. Ответ 21. Пример номер 5. 100 отнять 30. Умножить на 60 и разделить на 100. Получаем 42. Пример номер 6. 80 прибавить 240. Умножить на 3 и разделить на 20. Ответ 40. Пример номер 7. 36 умножить на скобку 150 минус 140. Разделить на 4. Ответ 90. Восьмой пример. 540 разделить на скобку 196 минус 106 и умножить на 20. Ответ 120. Получили вот такую очаровательную рыбку. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить комментарии под видео.